Харі. Матея, шею розминаю. Шею, риту. Шею розігріваємо. Зараз будемо робити перевороти в стойку. Так, где мой доктор? Доктор Пилюлькин. Что? Шею не разминаем. Разминаем шею. Что решишь? Я? Да. И извини, Спаша. Я уже это сделал. Давай. Ты сказал. Хорошо, Матя. Сейчас я... Стойка на голове. Стойка на голове. Стоп. Кто умеет делать? Я. Вот смотрите. Да. Видите? Делаем. Матя. Смотрим на меня. Еще раз. Боец. Руки. Капа. У вас должен быть треугольник. Если падаете на спину, то на мост. Или в стоковку, или вперед. Пошли. По 2-3 секунды. Отжали. Пошли. Делаем. Стойки. Наоборот. Шею печать. Алекс, он делает руки, голова на одной линии. Голова впереди, а руки сзади. Вот. Братья неправильно делают. Вы шею качаете, Михаил, а вам шею качаете. Виктор. Ивер. Ногами. Как его? Петр. Как? А, Петр. Да, Матея, Михаил встала. Руслана встала. Как тебя правильно зовут? Дан встал. Макс встал. Что, все упали? Вот те, кто стоит. Раз, два, три, четыре. Эй, вот сюда встань. У вас 30 HZ. Здесь HZ. Понятно? Все остальные делают стойку на голове. Приготовились? Внимание! Хоп! Пошли. Раз, два, три. Стоп! Матея. Приготовились второй раз. Аджина. Раз, два, три. Матея. Третий раз. Приготовились. Аджина. Уно. Двое. Три. Матея. Приготовились четвертый раз. Приготовились. Аджина. Раз, два, три. И последний раз, кто может делать на руках, кто не может на голове. Дальше, 5 секунд. 1, 2, 3, 4. Матем, хорошо, все ушли туда сели. Миша, что ты? Макс, сейчас у тебя будет душить. Душить? Да. Значит так. Еще раз напоминаю. Если вы попадаете в положение нижнего, да? Колени обязательно стараться сюда. Значит что? Если он поставил руки здесь, да, помните болевой?
руку захватываешь, раз, хоп, два. Есть болевой, да? Второй, ближе чуть, сюда. Отсюда захватываем руку, хоп, болевой. Уже два. Сюда. Дальше. Ручку убираем в сторону, здесь, хоп, хоп, болевой. Три. Дальше. Локти. Держим локти. Ложимся на бок. Ножку сюда. Дальше. На себя переворачиваем. Хоп. Все. И переходим дальше. Работаем сверху. Понятно, да? У меня еще 20 прям. У меня сил нет. Еще раз. Сам, вот здесь есть легкий такой переворот. Главное, если вы сюда переворачиваете, значит надо локоть держать, вот руку не выставил. Можете лечь на бок, наоборот, я же вверх вернулся. Иди туда. Я для тебя развернулся. Ложитесь на бок. Выбиваете колено. Оп. Видите? Но главное руку здесь держать, тогда он переворачивается. Еще раз. Дальше. Захватывайте локти, чтобы он руки не выставлял, император. Ложитесь на бок и просовывайте ногу. Дальше. Ложитесь опять. Колено не дает ему обойти. На себя и потом ногами переворачиваем. Раз, оп. И на него идем. Я просто уже не могу. Хватит. Сюда. Дальше, так как у меня руки короткие, идет. То есть, если вы попадаете между ног, значит что? Здесь он может и удушающий, значит что? Ногу перекидываем, оп, видите? Раз. Удушающий. Удушающий. Есть? Есть. Есть еще удушающий. Вот такой, оп, можно душить. Дальше. Мишка, ноги сюда поставь, чтобы у меня сил нет переходить. Если вы сверху сидите, значит, что отсюда можно делать? Во-первых, он может лежать, во-вторых, он может переходить на живот, уходить туда или сюда. То есть я могу что сделать? Я могу делать лежание. Раз, два. Если он, я должен прижаться. Если он держит руки, держи меня. Просто. Не провода. Я не могу прижаться, да? Значит, смотрите. Убираю руку в сторону, раз, два, отсюда удушающий. Так, еще раз. Вот. Что дальше делаю? Раз, видите, вот он болевой. Чуть-чуть руку садни. Переходите, хоп, перешли, у вас болевой. Лежи. Сейчас рука. Стой, иди туда. Иди туда. Отсюда. Удушающий. Руку поставил, хоп, задушил. Руку поставил, так, хоп, задушил. Отсюда взял, задушил. То есть есть возможность душить. Понятно. Дальше, высокий пах. Из этого положения, да, вы помните. Еще раз, нельзя на него прыгать. Травму получить. Поэтому есть рука. Вторая рука. Раз, оп, перевернулся. Удержание. Для того, чтобы ему не упасть, он ногу выставляет туда. Вот туда поставил. Вот видите, упирается. Выпрями ее туда. Вот. Не могу. Этой рукой раз, разворачиваете. И с этой стороны, да. С этой стороны не удержать. Дальше. Хочу взять ручки. Иди сюда чуть-чуть. Вот. Хочу взять ручки. Он руку убирает туда в сторону. Не достаю. Раз, два, хоп. Удержание. Я не падаю, как вы обычно делаете. Перевороты упали на спину. Защита. Я захватываю, он поднимает голову. Я вот поднимаю голову. Сюда. Раз. И перешел сюда на удержание. Сюда движешь. Фу. Дальше. Отсюда. Раз. Оп.
это положение болевой. Гири, да? То же самое. Хоп. Видите? Захватываю отсюда, перехожу. Хоп. И удушающий. Сергей Анатольевич, а можно я покажу? Сейчас. Фу. Иди сюда. Да не вам. Иди сюда. Только, Миш, не уходи. Только не быстро уходи. Нет. Давай, иди сюда. Просто покажи нам. Вот, смотрите. Раз. Нет. Вот так. Еще разочек. Ты руки-то не убирай, держи просто там ручки. Так. Ага, стоп. Так, да. Значит, видели, да? То есть получается так, когда он начинает подниматься, делает болевой, он убирает руку. То есть, Миша сюда, Денис сюда. Я вам вот что хочу сказать. Есть положение. Я лежу на спине, он находится между ног. Здесь я нападаю, и он нападает. То есть он делает прием, а я делаю контрприем. Он контрприем, я контрприем. То есть знание многих приемов дает вам возможность не работать на силу, а вот как балет, танцую, там, вот так вот, диско, например, как они делают быстро, да? Вот так и дзюдо. Тебе начинают делать, ты не сопротивляешься, ты даешь делать, там только используешь. Только используешь и все. Есть еще один контакт. Отсюда вот я взял, могу туда толкнуть, могу сюда. То есть выведение, хоп, и показываю удержание. Есть такое прием, выведение? Есть. Да. Вот. А ну, Мишенька, сделай мне его. Вот, раз он делает, пошел. Хоп, видите, и я уже перешел. Даже толстый, все. Воспользовался тем, что он не делает этот прием, я ему сделал контрприем. А он тоже может уйти с этого приема. Значит, что вы сейчас-то делаете? Идите сюда ко мне. Я хочу, чтобы вы из этого положения, ближе. Из этого положения, если руки стоять вот здесь, вот, здесь, то одну ручку изнутри, и уже болевой. Это милиционеры так делают. Дальше, не надо переворачивать ничего, просто вы ложитесь на бок. И чтобы он никуда не убежал, придерживайте ногой и против локтя. Раз, два. Дальше, что вы начнете делать? Вы возьмете, начнете бороться, чтобы он сдавался. Если вы это будете делать, вы уже не отработаете. Ставьте руки. Вы должны закрытыми глазами делать. Отсюда. Раз, два. То есть он не сопротивляется ближе. Отсюда. Раз, два. Ближе, ближе, подходи. Отсюда. Раз, два. То есть вот это движение. А потом вы поборетесь. Я вам дам это положение, вы поборетесь. Ушел. Сейчас вот этот болевой делаем. Так, все встали, я раздеваю. По парам. Можете встать сразу по парам, кто меня разобью. Ну, аккуратно. Я смотрю, тебя боится. Не боится, он со мной однокладывает. Ну и что, остальное надо обнимать. Так, пошли, я посмотрю. Что вы стоите? Вы вдвоем? Вы вдвоем? Иди они сюда, еще одна рука. Девчонки, посмотрите. Идите рука. Вот у вас изнутри, узнутри. Раз. И потихонечку. Раз, отпускаешь. Так, ставим. В эту сторону. Сейчас постараться. Сюда. Пошли. Наоборот, все на спину. Оксана, на спину. Идите на спину. Все. Нажимаем. Первый номер. Не вижу. Нет. Так, посмотрите. Держим курс, поставим на пол.
Пешком приходит маленький первый шаг. Пукай. Я ничего не сделал, я попросил. Синий, хочешь снимай куртку, махайся. Взял куртку, намахал, все убрал. Ну что ты сидишь? Так я знаю. Я что показывал? Стоп! Еще раз, ставим руки прямо в этот. Хорошо. Давай просто раз движение. Раз. Макс, иди сюда. Макс, иди. Посмотри там вот. Да, сюда, а вы туда. Макс, вот здесь, вот здесь. Макс, вот сюда. То, что не нужно сейчас, Денис. Так просто делать, так и Бог не оставляет. Я в жизни не видел. Вот, и туда поворачиваешься. Аккуратненько, аккуратненько. А ты не маленький, что на тебе? Первый. Я смотрю. Наоборот, ты лучше, ты первый сделал, ты лучше, да, первый. Стоп. Мате, стоп. Мате, встали, стой. Запечай. Еще раз показываю, что стой. Вот вы стоите, вот он руки держит. Рука заходит, раз, два. Отпускаете, раз, два. Я сделал. Раз, два. Я сделал. Три, четыре. Теперь ты делаешь. Изнутри. Изнутри. Вот сюда. А эту руку положи на плечо. Вот это. На плечо. Так. Сюда. Два. И сюда. И меняемся. Один, два раза, два раза, два раза. Вообще не вот это. Два сюда. Теперь второй раз. Первый, второй. Два раза право, лево. Нет, стойте. Петя, пойди. Стойте, Петя. Давай, смотри. Еще раз. Надо вот тут держать. Если вы так подняли руки, уже не получится. Вот здесь держи. Отсюда раз, посмотрите, оп, движение. Оп. Да. А если хотите хулиган в милицию, то вот так. Поэтому лысые ходят все пацаны. Все вот нет. Еще раз. Нет. Еще раз. Если я
отсюда возьму за это, то и удушающий будет. Еще раз, перед тем, как вы будете делать, что зависит. Если вы начнете делать, он будет защищаться. Еще раз. Смотрите, раз, ближе к нему. То есть не здесь руку, а как можно дальше и за отворот. Видите? Вот. И если я поворачиваюсь, вот у него уже рука идет на излом. Если я буду далеко, он руку вытащит, значит надо подойти ближе. И здесь можно даже взять и показать удушающий. Еще раз показываю. Матео, еще раз показываю. Посмотрите. Эй, посмотрите, что нужно сделать. Подойти. Раз, захватите ручку. Дальше кимоно подтянуть. Оп. Все. Дальше. Или удушающий, или болевой. Два раза. Одну правую руку. Да, вот ты взял, а эту руку можно сделать. А где удушающий? Что? Вот он делает. Посмотрите дальше. Вот смотрите, вот видите, я держу кимоно.
Одну руку я просто ставлю, меняю. Вниз, вниз. Снизу, эту сверху и потом опять к себе. Сейчас я объясню. Есть два вида удушающих. Два вида удушающих. Удушающий, когда вы давите на горло, это больно, но сдается. Ушли вдвоем туда. Два удушающих. Два вида удушающих. Когда вы берете, например, да, и начинаете давить, это больно, человек сдается. А есть кровяное. Вот здесь идут артерии. И если я просто вот так вот поставлю, чуть-чуть подержу, чувствуете, да? Оно не сразу, но через 5-6 секунд вы теряете сознание. Это когда? А может там не надо. И мне... А теперь да. Я его задушил. Ложись на спину. Ложись. Стойки душить нельзя, только в партере. Значит, если я его задушил, его приводит в сознание. Меня три раза душили. Но на тренировке. Пока я полностью вырубался, но потом я понял, что кто-то может не знать, как правильно приводить в сознание. Если человек лежит задушенный, то есть его как под дзюдо задушили, 5 минут не могли привести в сознание, то когда вас приводят в сознание, у вас не работают руки, ноги. Ну, потому что кислород не поступает в мозг. Есть полушария, которые отвечают за движение. Не получают кровь кислорода, разрушаются. И ты как овощ лежишь, писаешь, какаешь под себя, не двигаешься. Ну, нормально. Теперь дальше. И вот это кровяное удушение, которое да, вот здесь, вот артерия. Что бывает? В этом случае бывают судороги. Он начинает, руки, ноги у него выпрямили, значит, начинают. Да. Мышцы остановились, им нужно дать движение. Развернись сюда, ребята. Ко мне. Обычно так. У нас раньше разрешали, то есть люди прямо на соревнованиях могли задушить. Сейчас на дзюдо, это некрасиво. Ну, Олимпийские игры человека задушили, да? И зрителям непонятно, что это за спорт, где можно задушить. Поэтому среди детей, среди взрослых и молодежи такое правило. Ты вышел в финал, тебя задушили, ты не сдался, тебя дисквалифицируют. Никакой медали, ни грамоты. Первый схватку задушили или во второй. Привели в сознание, тем более на соревнованиях бригада врачей, которые просто не знают, как правильно. Они по щекам, на штыри. То есть мы тренера больше знаем. Поэтому некоторые тренера, что нельзя делать, снимают ногу, бегут на середину, начинают делать так, как надо. Но это уже тренер, который как бы не подсказал ученику. Лучше сдайся. Лучше сдайся. Чувствуешь чуть-чуть. Раз-раз похлопал и все. Ты полежал, ты что-то ушел себя. Но ты борешься дальше. Задушили. Схватку ты проиграл, но следующий схватку ты можешь утешаться. А так вот мы в Киеве были, девочка вышла в финал, это 44 килограмма, ее там задушили, подняли концовку маки и дисквалифицировали. Она никакой медали не имела, ни грамма, как новые правила. Но это давно было, сейчас уже хотел. Ноги выпрями. Вот. Обычно по одну на другую положим. Вот так вот и руки. Ну, вдруг, если вы на тренировке, да, кто-то кого-то, чтобы вы знали, дальше что делается? Поднимаются ноги, одна или две ноги, и стараются его согнуть. Оп, вот это движение. Чувствуешь, как воздух выходит? Все, дальше. Держишь. Кровь приходит к голове, все, он приходит в сознание, положил ноги, он сразу хочет встать. Не давайте встать. У него будет головокружение, он встает и может сразу упасть, еще что-то. Все, стоп, он пришел в себя. Если врач там есть, по нему на штырь, все, и поднимается. Если же, иди сюда, на колени лицом к нему. Если же вас душат отсюда, то в этом случае
вы сдаетесь или подвесите ковры, можно сильно нажать, и он туда заходит. То есть, там трахея, он заходит туда, перекрывает, чтобы дышать не может. Тогда я ему говорил, эй, балбес, открой рот, извини. Вот. Дальше. Раз пальцем туда, хоп, и вытаскивай. Я много говорил об этом, но никогда не делал. Но у меня один раз на тренировке одна девочка на гимнастике занималась, как сходила свою подружку. Я ей говорю, моя дорогая, открой ротик. Я раз туда, хоп. А он вот все нормально. Я думаю, нифига себе. Говорил, говорил, у вас получилось. Как потом? Просто оно как же этот, как хрящик, он вышел чуть-чуть. Не очень, конечно, хорошо. Еще раз. Был такой случай. Мальчики у меня боролись, пришел с другой секции один. Знакомого там. Вот. И она, я говорю, идите боритесь. И пошел, пока себе кофе делает. А тот забегает и говорит, Сергей Анатольевич, я его задушил. Я говорю, ну молодец. Как он там лежит. Раз прибежал быстренько, хоп-хоп. Я ему говорю, а ты ж у вас что? Там, не учили приводить сознание? Нет. Ну а как же, а если бы меня не было другой? Еще раз, переворачивается на спину, ноги поднимаются, сгибаются, а тяжело сгибать. У меня был случай. Я судил перед аэропортом, в Кодр, там был гольф-клуб, мы там боролись, задушили. Был там один мальчик с Хэнчеш, его задушили, я раз, не могу, и он убегает от меня, а у нас раньше судили не один судья, а три. Стул и посередине. И пацаны помогают. Не выдерживают. Я его еле ноги согнул. Он вскакивает. И на противника. А этот мальчик из Хэнчеш. А у них там, ой, как жестко. Это жесткие тренера. По сравнению с мной раз 15-20. Это очень жесткие тренера. Я не говорю, они бьют. Просто они по характеру очень жесткие. У них результаты лучше, чем у меня в 100 раз. Поэтому они жесткие, потому что результаты есть. Вот. Он вскочил и стал бороться. То есть другие не вскакивают, а этот знает, блин. Его тренер ругать будет, надо, блин, бороться. Я говорю, стоп, он нервно сидит в рву. Я говорю, стоп. Еле привели, так он еще потом никак не мог успокоиться. Еле с ковра убежал, хотелось порвать этого чувака. Я знаю одного мальчика. Там Хэнчеш. Вот. Там очень сильная. Там два брата Баюка, оттуда старший тренер Болса Васильевич, который их воспитал. Нет, там очень сильная. Там они молодцы, там их не ученик, он им помогает финансово. То есть до соревнований, еще куда-то. Он помогает автобусу, на это. Конечно, дети держатся. А когда тут за свои деньги еще вставляют. Так, а теперь иди сюда. Не показывает, сюда на колени. Последний прием, начинаем бороться. Значит, еще раз, ребята, не боритесь, отработайте. Чем быстрее вы отработаете, чем лучше у вас будет получаться, тем вам легче будет бороться. Смотрите внимательно. Вы берете руку, убираете в сторону. Вот. Дальше. Другая рука. То есть, посмотрите, вот правая рука, правая, я убрал. Дальше, левая рука свободная. Я беру, убираю чуть-чуть голову. Сверху, хоп, ногу, хоп, дальше. Я не лежу, я сажусь. Для того, чтобы он не убежал, моя рука. Видите, я держу эту руку. Это держу, а потом уже делаю полевой. Еще раз. Не так, как нельзя сделать, не так. Отсюда держу, или эту руку, все равно. Отсюда здесь. Придерживаю. Дальше. Моя одна нога на шее, вторая здесь, хоп, вот отсюда. Я стараюсь его прижать и потом болевой. Еще раз. Пошли, сюда. Еще раз. Посмотрите, левая рука. Я беру, хоп, видите, ушла. Рука свободная. Сюда, ой, блин. Видите, блин.
все, тренер умер. Давай, сейчас, блин, умрем. Пухнуть не дал уже. Пошли, все, вперед. Что ты смеешься? Поговорить лучше. Наоборот, ты делаешь. Да. Ложись на спину. Руку в сторону. Берешь руку, забираешь. Нет. Еще раз, ложись. Я советую, что это
Потом что, садимся и другие?
Бискун, батюшка, бискун. Что это же, Миша? Вот, вот рука, души его, вот. Дан, Мате, перейдите туда. Ложись на другой бок, Макс. Ложись на другой бок, лицом ко мне. И прижимай его, прямо садись. Наоборот, разворачивай. Попу вверх. Левый мате, перешли туда. Денис, сдаешься, да, или мы не можем? А ты держи его, считай ему 20. Будет удержание. Делай болевой, делай все. Болевой на руку. Эй! Стоп, Мате! Мате! Первый ложится на спину, второй между ног. Первый. Макс, Денис. Денис, уйди туда дальше. Готовы? Между ног. Саша, если ты ногами не будешь держать, он тебе удержание сделает. Хаджи! Коля не держит его. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Все, 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 есть. Прямая рука, все. Дальше. Матей! Поменялись. Слушайте внимательно. Слушайте внимательно. Юноши, до 14 лет, если у вас прямая рука, вы можете сдаваться, не сдаваться. Судья останавливает схватку, дает ипон. Даже если ты ничего не сказал. Еще раз, прямая рука, считайте раз, два, три секунды и отпускайте. Это ипон. И хаджи! Делай, делай мешание. За ножки его, за пяточки. Слаб, бутук. За пятки на него. Чучело. Проиграл. Мате, поменялись. Поменяли. Теперь смотрите внимательно. По самбо и под дзюдо. Мате. По самбо и под дзюдо. Чтобы началось удержание, противник должен прикоснуться под дзюдо. Это спиной к груди или боком к груди. По самбо только грудь к груди. То есть прикоснуться. Отсюда, отсюда, отсюда. У вас есть руки. Поставьте так и не пускайте его. Пока он не прикоснется, удержания нет. Андрюха, ты вообще дал, он тебя за шею взял. И ты лежишь потом. И хаджимы! Снизу, снизу атакуйте. Делайте болевые на руки, удушающие. Перевороты. 30 секунд. Все? Молодец. Андрюха. Еще раз. Мате, поменялись. Мате, поменялись. Посмотрите, не обязательно выигрывай, но и защищаться не забывай. Хаджимы! Субтитры сделал DimaTorzok.
Да, Денис, что же ты сегодня расслабленный? Стоп! Крик! Любой крик парня! Матео! Спиной друг другу сели! Еще раз! Сейчас вы пойдете! Еще раз! Любой крик в партере при проведении болевого удушающего, это сразу считается победа противника. Да, будешь вот ему говорить, здравствуй, как тебя зовут, тоже пон. Спиной сели? Да. Готовы? Джек! 30 секунд! Барби, Миша. Матей! Приготовились последний раз. Миша! Миша, иди к бабе. Андрей, ушел. Макс, иди к Буге. Буги или Борис? Бубуги. Кому? Борис. А, Борис. Сели спиной. Готовы? Хаджи. Вот и отдал захват, Макс. А теперь жопа. Саша, шею ему не сломай. Нет, он давно не может. Делай болевой на руку, Саша, все. Не смотри, я не могу держать. Стоп, а ты? Эй, сели, смотрим на меня. Сели, смотрим на меня. Коля, повернись ко мне. Ты когда лежишь на животе, ты должен руки не расставлять. Эй! Он вот так руки поставил. То есть ему стали делать болевой, эта рука здесь. Делайте, прогнулся вот так вот. А если тебя поломают, кто виноват будет? Тренер опять? Еще раз, боретесь в партере. У вас руки всегда согнуты, ноги согнуты. Вы должны быть как мячик, то есть вы должны крутиться все время. Так, Юрий Александрович, вы видели, где палочка, блин, выручалочка? Принеси мне ее, пожалуйста, Денис. Я буду бить. Еще раз. Принеси, Денис. Еще раз. Партере на животе не лежать. Только в низком, высоком партере. Руки вот здесь держать. Ну, сделали и сделали. А когда так руки? А он, посмотри, меньше тебя весит. А если чуть-чуть весит, больше? Приготовились еще раз, и вы готовьтесь. Готовы? Матео, сели на колени, ушел, сел туда. Так, сюда идем. Братья, Алик, сюда. Сюда. Да, братья, сюда. Так, низкий, высокий партер. Вы его должны перевернуть, положить на лопатки. Держать 10 секунд. Болевые удушающие не делать. Пошли к нему вдвоем. Так, дальше. Дайте мне два бича. Так, два бича тебе надо, да? Два бича. Два бича. Значит, бич этот... Я попробую.
нет, они. Он не стакан. Они большие для тебя. А, вот Коля и этот, так его. А Бабик? Нет. А, вон Бабича. Идите к сыру. Идите к сыру. Поток. Туда. Да. Миша, на него. И нет, сейчас, не все для такой. Эй! Сырку поверни. Еще раз, без удушающих болевых. Если нижний скажет, стоп, вы должны остановиться. Вы должны положить его на лопатки и зафиксировать держание 10 секунд. Если он схватил одного, стоп! Сырку не имеет права держать никого, он только защищает. Так, здесь у нас кто? Николай, сюда. Ты сюда. Как его сложить? Руслан. Алекс сложится. Вы, Руслан, и он. Алекс, ногами не драться. Вы его переворачиваете. Приготовили? Эй! На животе сразу бить буду. На животе не лежать. Хаджина! Пошли! Перевернуть и удержать! Я кашал целый. А сколько у них секунд? Минута! Икон, молодцы. Так, есть, вы вдвоем. Ушли. Андрей ушел. Макс, ложишься. Алекс, и пошли. Я вышел на ковер. Все на ковер. Руки за голову. Все смотрим на меня. Встали. Опечаем. Встал. Сюда. Руки за голову. Я считаю 10 приседаний. Приготовились. Азана. Уно. Дой. Три. Стоп. В армии так. Все приседают, все встают. В армии. Все кушать идут. Все идут какать и писать. Все выходят, все спать ложатся, все встают. Все по команде. Приготовились. Аджина. Уно. Двое. Три. Матея. У тебя наклоны. А я попросил приседания. Аджина. Три. Патру. Чинч. Шаса. Шапта. Оп. Ну. Дети. Спинаря. Пошли пресс, пошли уно, колени согнутые, двое, три, патру, чин, сто, руки на груди, поднимаемся, достаем лук. Хорошо, уно, двое, три, патру, Саша, патру, локти, жнуть, локти жнуть, Саша, чин, шаса, шапка, оп, ноу, здесь, лабурта. Плоты, где чего? Приготовили? Три, уно, двое, три, патру, чинч, шаса, шапка, оп, ноу, где что? Вот эти, ушли, Макс остается, ушел, Коля ушел, так, Макс, ушел, а остальные? 5 раз хлопком перед собой. Приготовились? Ушел в сторону. Азина, что у тебя с поясом? Одень, пожалуйста. Так, Миша, иди, да. Андрей, кто с Андреем поборется? Ты? Хорошо, без позиции. Андрей, сюда.
Сакян, можно мне? Да. Что вы сидите? Что вы тут? Да. Выше ворота. Так вот, четыре. На. Да я можно в качалку пойти? Да, пока. Да. Денис, перейдите сюда. Сели. Спиной друг к другу. Готовы? Поле? Да, нормально. Да, возьми вот этого парня, вот сюда на середину. Посмотри. Он не знает, как бороться. Скажи ему как. Что нужно сделать? Придержание. И все. Ожидаться. Нет, лицо друг к другу. Все. Готовы? Аджин. Скажи, чтобы он тебя на лопатки положил. Петя. Нет, Петя, как же. Лобов. Воспинай. Петр, воспинай. Вот так, да. 10 секунд, воспинай. Вот так, помнишь. 1, 2, 3, 4. Тихо, молодец. Так, Андрюха, иди сюда. Петя, иди сюда. Ты борешься. Андрей, скажи ему, что нужно положить. Ну, болевой, удушающий, да? Да? Положить надо на лопатку. Аджин. Андрюша, Андрюша, ну дай себе. Вот так вот, знаешь, как отсюда? Вот так.
достань ее. Только за шею будет было, за шею будет было. Начнет жесткий контроль, и он начнет качаться, и через месяц
Мы попробуем сюда побороться. Вот так и прыгает, он наклонится, ты головой в это. Эй, успокойся. Приготовились. Хаджина, здесь. Пожалуйста. Петр первый, прошу. Не знаю, почему. Еще раз. Не знаю, сколько первый. Нет. 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 Пацана называете Петром, а сами не хотите Петром? Да никого не называют, нормальный Петр. Как он? Петр. Извиняюсь, да. Так, Марк, возьми Андрюху. Кого? Или возьмешь этого? Этого. Бери этого. Бери этого. Бери кожу. Так. Те, кто будут. Те, кто будет баловаться, идут. Иди там разминайся. Кто будет плохо бороться, идет к этому, Буртушу. Так, Денис, первое замечание. Что вы стоите? Катерин сегодня что? Самый хороший прием, Макс. Упал, тебе сделали удержание. У него сегодня 7 уроков. Катерина? Да. Я просто и угорела. Так падают только Педро. Миша, сколько ты его будешь? Ты долгий не можешь. А? Ставим стойку. Буток. Стойку ставим. Ой, тащите все у нас тут. Кто звонит? Так, второе замечание, Денис. Максим, этот, Гюрка. Гюрка, сюда, извиняюсь, вот сюда. Вы там боитесь, что он повысит? Ну, я в лицо не попал. Саша, не на силу ходи. Не, не бойся. Хороший прием, Мак. Я забыл. Как раз ответ у меня. Какой страх получил? Позвоните, звоните, что? Ну, мне. Да, руку сверху, не имею в виду запустили. Так он большой. Что большой? От 1 назад. Ой, у вас там две. Понял, Петра, да? Еще раз увижу, что тронешь его, накажу. Понял? О, как родился при таком. Не было. Не было. Пацка не было, пацан в 1 балл. Но они не едят. А сюда нет. Спасибо. Дрюка, можешь перец пить вообще бороться? Я который ушел. Можешь? Давай тогда иди сюда. Я тоже. Вот сюда положи. Да, вот здесь. Теперь думаешь, с кем?
более устал? Нет. Ну, где давай. Не пускай его к тебе. Андрюха, попробуй. Чего? О, начинает. Ох, нет. Не делай это. Ну, не падает просто так. Есть бедро, есть задник. А ты бахаешь через грудь. Чего? Вот-вот. Молодец. Я же взял на тебя
Ты букет все-таки у тебя. У тебя же не деньги здесь. А у тебя все больше. Я говорю, ты лучший был. Я тоже хочу. Все! Делай еще раз. Вот сейчас еще раз делаю. Кем ты туда был? Вот сейчас еще раз делаю. Все. О, ты понял? Он лучший. Я опять он лучший. Не лучший. Андрюха, можешь сразу на такие руки поднять перевязку? Пошел. О, нет, смотри. Сколько ты поднимаешь, как бы на попросил. И туловище, и оно покажет. Нет, вот ты туловище голову, а ну покажи. Оп. О, сразу лучше. Вот, еще. Оп, еще раз. Оп, вот сюда. Я побеждаю, Андрюха. А, Андрюха, подожди. Андрюха, что такое? Да он удар, он упал на меня. Я стоял, да, все, он здесь. Склад себя. Иди еще домой. Ищи тебе же. Делаешь? А, нет. Так, давай. Он сделает борьбой на этот, на... Вот. Ты что лучше? Отлично. Красавчик! Молодец. Что, Борис, что случилось, Борис? Нет, здесь, конечно, лучше. Да? Хорошо, Мишаня, у меня Мишаня, сюда. Знаешь, вот здесь возьми ключи, открой этот сок. Да. Так это все? Давай. Андрюх, ты отдаешь руку и сразу падаешь. Смотри, Андрей, ручка пусть согнутая будет, да? А когда он не спеши падает, тебя на него спросили. Нет, плохо. Так. Так. В эту сторону. Хорошо, еще раз. А можешь взять за баловки руку? За баловки. А ты держи здесь его. Теперь одну руку просовываешь. Нет. 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 За ногу. Вот сюда. Раз. И разворачиваешься ногу. Ногу убираешь, чтобы болеть. Нет. Локоть ты оставил. С этой стороны локоть. Еще раз. С этой стороны, локоть дальше. Вот, вот. Теперь, за ногу. Ко мне головой и... Нет, вот то, что ты делал. А, все, понял, да? А ну как? Закладывай! И ногу. Все, Борис! Нет, нет. Иди сюда, иди сюда. Да я понял, как бы. Вот ты держишь? Да. Ты не знаю его. Я всегда... Да, знаю, я сделала не мама. Нет, ты уже не знаешь. Я мы закончили, я его выиграл 3 раза. И Тим 4. А он поклонился? Нет. А он ставит поклонился. Вот. Пойдем. Переворачивай там ногу, ставь на голову. Вот так. Оп, и сейчас ногу на голову. Здесь тоже делать 3. Да. Надо сделать. Азбайка. 3-3-3. Сергей Андреевич. Саша. Сейчас. Макс, Андрюха, дай Макс делать так и уже. Что нам дано? Ну, давай. Нет. Что, Борис, ты меня проиграл? Смотри. Все домой. Делай так, как ты делал. Не так, как сейчас, а ловко, а как руку в сторону. Руку в сторону. Саша, как ты знаешь, как ты делал? Так. И другую сторону. Другую руку убираешь. Нет.
А ну еще раз, что-то я... Руку убираешь в сторону? Так. Хорошо. А мне сделаешь? Ай, Борис, ай, ай,
Еще раз, Марк. Качаться. Для того, чтобы ты хорошо боролся, тебе надо просто качаться. А Баби, мы с тобой на Европу поедем, сюда поедем. Я тебя прошу.
Моя ошибка. Вот, прямая рука. Вот она. Да. Вот ты подгораешь, ты бросаешь. То есть ты идешь, мне придется счет. А что я должен делать? Нет, я должен подтянуть. Да. Тогда тебе уже будет тяжело что-то бросать. А у меня сил нет, поэтому я... Александр, вы готовы? Готов, Петр будет повешен. Петр готов? Петр, ты готов? Я как Петр, Миша. Холод поставь. Нам лучше что-нибудь. Миша, дома обязательно холод. Да. Ну, выйди этот, снежка возьми. С какой морозки? Я! Совсем у нас снег. Я! Подхват. Нет, мне просто хватит, но не хватит еще. Какую-нибудь гадость еще заводить надо. Что ты разделся? Я шучу. Тогда я тоже. Нет. Стой там. Виктор! Гюго!